Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Лучшая неделя этой весны. Волшебное путешествие начинается прямо сейчас. В сегодняшнем видео вы все узнаете. На этой неделе вас ждет сразу два великолепных события, которые способны одарить невероятной удачей и привлечь яркие события. В начале недели наступает Экадаши, а в субботу произойдет полнолуние, которое необходимо провести с пользой. Вы получаете прекрасную возможность улучшить карму и открыть новый период своей жизни. Понедельник, 11 апреля, день Луны, кармическое число 3. Светлый позитивный день, который принесет вам успех и процветание. Все дела будут идти гладко, а поездки окажутся максимально продуктивными. Кроме того, этот период откроет для вас источники вдохновения и одарит энергией. Вы получаете возможность увидеть мир в новом свете и оценить свою жизнь словно со стороны. Это поможет избавиться от сложностей. В какой-то момент вы поймете, что неприятности остались позади, не оставив следа от былой грусти. Если раньше вы замечали, что потеряли жизненные ориентиры или постоянно сталкивались с препятствиями на пути, сама Вселенная направит вас на верный путь. Уделяйте внимание знакам, которые будут появляться повсюду. В них содержатся подсказки. Не пугайтесь, если произошли плохие события, поскольку они пойдут на благо в ближайшем будущем. Уделяйте больше времени близким людям, чтобы укрепить семейные связи. Особенно эффективными будут обращения к высшим силам. Планеты советуют, чтобы вас окружали добрые друзья, очистите свою душу. День принесет радость тем, кто родился 3, 12, 13, 23, 30 числа. Вторник, 13 апреля. И этот день наделен особой силой, которая поможет преодолеть любые трудности и неприятности. Вам открыта возможность улучшить карму, наполниться положительной энергией и обрести счастье. Любое действие является обращением к Вселенной, информирующим о ваших стремлениях и мечтах. Не обязательно даже проговаривать задуманный слух, поскольку во время Экадаши достаточно мысленно сформулировать намерение, поскольку само слово «команда» переводится как «исполнение желаний». Однако для того, чтобы получить желаемое, необходимо встретить этот праздник правильно. Не употребляйте мясо, а также бобовые. Проснитесь на восходе и начните день с утреннего омовения. Постарайтесь сократить употребление пищи. На протяжении дня совершайте добрые поступки. Самый главный пост – духовный. Чтобы обрести благодать, вы должны очиститься от негатива. Наградой будет успех и исполнение заветной мечты. Планета советует: сохраняйте ясность ума, только так можно стать сильнее и научиться видеть истину. Успех ждет тех, кто появился на свет 4, 13, 14, 22, 24, 31 числа. Среда, 13 апреля, день Меркурия, кармическое число 5. Прекрасный весенний день, управляемый сильным Меркурием, наполнит вас теплом, легкостью и приблизит позитивные перемены. Сегодня все ускоряется, движется к цели и меняется в лучшую сторону. Поэтому проявляйте как можно больше активности и не держитесь за уходящее. Она освобождает место для новых людей и мероприятий. Все, что происходит в вашей судьбе, направлено во благо. События могут выйти из-под контроля, но не переживайте, что все пошло не по плану. Доверьтесь высшим силам. Демонстрируйте смелость, отвагу и благородство, тогда день окажется наиболее продуктивным. Чтобы очистить карму, простите тех, на кого держали обиду в прошлом, и благодарите за урок. Обязательно проведите часть дня с близкими людьми, друзьями и родственниками. Если они далеко, позвоните или напишите сообщение. Не стесняйтесь демонстрировать свою любовь. Планета советует: дарите миру добро и учите окружающих делать то же самое, в этом заключается истинное счастье. День подарит изобилие рожденным 5, 14, 15, 23, 25 числа. Четверг, 14 апреля, день Юпитера, кармическое число 6. Чудесный день, особенно для всего, что связано с семьей и домом. Но это не все его позитивные черты. Наступает идеальная пора для творчества, получения знаний и бизнес-задач. Энергетика сильная и гармоничная, способствующая легкому и гармоничному течению дел. Поэтому не ленитесь, приложите все усилия, чтобы достичь желаемого. Спланируйте свои действия заранее или утром после пробуждения. Выберите самые значимые проекты и займитесь их реализацией. Вселенная особенно щедра на подарки, но только если вы заметите ее подсказки. В этом случае вы получите все, что пожелаете. Не удивляйтесь внезапным встречам с людьми, которые остались в далеком прошлом. Воспользуйтесь обстоятельствами, чтобы возродить старые связи или окончательно отпустить человека. В этот день необходимо следовать высшему предназначению, не желать зла, проявлять благодушие и демонстрировать любовь к ближнему.
планеты советуют. Невозможно почувствовать себя счастливым, не совершив ни одного значимого поступка. День подарит счастье тем, кто родился 6, 15, 16, 24, 26 числа. Пятница, 15 апреля, день Венеры, кармическое число 7. Мистический день перед полнолунием, находящийся под властью Кету. Принесет вам решение сложных задач и поможет начать новые проекты. Кроме того, в этот период приходит осознание сути вещей, происходит переоценка ценностей и понимание того, что именно вы можете сделать для других. Оцените свои возможности и приступайте к делу. Помните о том, что все сложности происходят от того, что люди привыкли получать блага, но часто совсем не умеют что-то отдавать взамен. Если вы не готовы делать добро, Вселенная не пошлет удачу. Это не значит, что нужно делать что-то в ущерб себе. Проявить доброту проще, чем это кажется. Пойдите на компромисс с любимым человеком, выслушайте друга, находящегося в трудной ситуации, придержите дверь для коллеги. Даже подобные мелочи откроют вам дорогу к счастью. Сегодня нужно быть активными, поскольку день перед полнолунием отлично подходит для реализации самых ответственных проектов. В общении проявляйте больше такта и не обижайтесь на случайно оброненные собеседником слова или его невнимательность. Планета советует, следуйте за вдохновением, и перед вами откроются любые двери. Фортуна дарит своим вниманием тех, кто родился 7, 16, 17, 25, 27 числа. Суббота, 16 апреля, день Сатурна, кармическое число 8. Полнолуние, выпавшее на день сильного Сатурна, короля кармы, является серьезным и ответственным периодом. Обращайте внимание не только на свои слова, но и на помыслы. В этот период вы получаете то, что заслужили своими поступками в недалеком прошлом. Выплачиваете кармические долги. Поэтому рассматривайте все, что происходит, как полезный навык, приближающий вас к следующей ступени духовного развития. Чтобы очистить карму, следует указывать безвозмездную помощь людям, делать пожертвования в виде пищи или вещей. Избегайте суеты, не перенапрягайтесь, будьте аккуратны и внимательны. В этот магический день запрещено ругаться, конфликтовать. Направьте имеющуюся энергию в полезное русло. Планеты советуют. Полнолуние подарит вам уверенность в благополучном исходе любой ситуации, если вы откроете свое сердце миру. Люди, родившиеся 8, 17, 18, 26, 28 числа, будут особенно успешны. Воскресенье, 17 апреля, день Солнца, кармическое число 9. Насыщенный, благоприятный энергетикой день подтолкнет вас к активности, добавит настойчивости и целеустремленности. Прежде всего поможет добиться задуманного, однако успех будет сопутствовать только если вы будете сдержаны. Энергии Марса и Солнца провоцируют накал эмоций. Ваша задача – не поддаться им. Не совершайте непродуманных действий и избегайте ссор и скандалов. Оставьте на другой день выяснение отношений, проявляйте заботу о людях, будьте готовы прийти на помощь даже незнакомому человеку. Чтобы день прошел наиболее успешно, проявляйте миролюбие и не позволяйте себе поддаться негативу. Планеты советуют, добрые поступки принесут гораздо больше пользы, чем попытки доказать свою правоту. А день будет благополучным у родившихся 9, 18, 19, 27 и 29 числа.